Что такое абсолютное счастье? Ответ на этот вопрос ищут, пожалуй, все люди в мире. 20 марта, в Международный день счастья, мы попытаемся узнать ответ на этот вопрос. Пойдемте, будем спрашивать у жителей Сарова, что такое настоящее счастье. Пойдемте. Вот для вас что такое настоящее счастье? Любимая семья. Что надо, чтобы быть абсолютно счастливым человеком? Ну, чтобы семья была счастливая. Все дети были счастливые. А больше чего? Вот, внучка появилась, это настоящее счастье человеческое. А кое-кто с нашей телекомпании говорит, что абсолютное счастье – это когда ты ребенок. В чем рецепт настоящего счастья? Наверное, чтобы были здоровы родные. Хорошо, а еще? Еще. Конфетки, чтобы всегда дома были. Иметь здоровую семью, счастливого ребенка. Для меня лично. Настоящему, я считаю, счастливым может быть человек, когда у него отличное здоровье. Нужно иметь семью, любимого человека рядом, детей, любимую работу. И тогда, вот, а при любимой работе прям уже становишься по-настоящему счастливым? Ну, если ты с удовольствием ходишь на работу. Ты же вот с удовольствием ходишь на работу? Я вообще в восторге от своей работы. Ну, значит, ты счастлив? Да. Во-первых, это любовь, во-вторых, это дети. Вот, я всегда очень любил детей, у меня их четверо, так что... Ну, тогда мы вас поздравляем с Международным днем счастья. Я считаю себя счастливым человеком. Как мы сегодня выяснили, 90% горожан считают, что счастье в семье, в детях. И только один человек нам сказал, что счастье в деньгах. Друзья, для вас выясняли про день счастья Кирилл Васенин и Артемий Глазков.